Алло, тут приветствую, я слушаю вас. Здравствуйте, это Роберт. Да, слышу, наверное. Меня зовут Екатерина, я звоню вам по делу. Удобно говорить? Да, говорите. Роберт, вас интересуют новые возможности, как зарабатывать деньги? Да, неплохо было бы узнать. Слушаю. Я сейчас развиваю новый крупный проект и набираю команду на конкурсной основе. Речь идет о бизнесе. Вы хотели бы иметь свое дело и работать на себя? Ну, я и так на себя работал, у меня свой бизнес. Собственный бизнес. А в какой сфере вы занимаетесь? Общепит. К новому открыты, да? Ну, новые идеи, конечно, рассматриваю со всех направлений. Роберт, вы интернетом пользуетесь? Да, часто. Пользуетесь. Сегодня в 20:45 будет проходить онлайн-конференция через интернет. О чем пойдет речь? Там вы узнаете, как научиться зарабатывать деньги в интернет. Какой инструмент позволит увеличить ваши доходы в 2-3 раза за первые 60-90 дней? И будут видеодоказательства о доходах и о том, что система работает. Интересно вам это? Да, в принципе, предложение интересно, да. В 20:35 получится выйти в интернет? Похоже, никак не получается. Дело в том, что конференция будет онлайн. И мне надо знать, вы точно сможете в это время выйти или нет, потому что количество мест ограничено. Ну, я постараюсь к этому времени, конечно, не могу точно обещать, потому что дело по горлу. Дело по горлу. А вас на самом деле деньги интересуют? Да. Ну, тогда у вас есть возможность сегодня выйти на вебинар. Продиктуйте мне свой e-mail, я вам пришлю ссылку. Хорошо, я вам оставлю свой адрес. Давайте записываю. Все, продиктовал дальше. Значит, смотрите, Роберт, выйти надо будет 20:35, там зарегистрируйтесь. Внимательно слушайте информацию, вопросы, которые у вас возникнут, запишите. После конференции я вам позвоню, отвечу на ваши вопросы, мы начинаем. Договорились? Хорошо. Тогда до вечера, до свидания. Всего доброго.